Синяя ваза – секретный ингредиент васту коррекции. Привет, с вами канал Арт Васту, и сегодня мы поговорим про секретный ингредиент для коррекции синей вазы и поговорим про теорию осей. Посмотрите, пожалуйста, на план. Смотрите, если у меня на юге, вот здесь, есть дефект, то помимо того, что я должна скорректировать сектор юг, я должна скорректировать еще все сектора оттока, потому что, наверное, вы помните, что они все идут у нас в связке. Мы корректируем все сектора оттока, если хотя бы в одном из них есть дефект. А дефекты там есть всегда, поэтому сектора оттока мы корректируем всегда. Пожалуйста, не забывайте об этом. Помимо того, что мы, значит, должны все сектора оттока скорректировать, мы должны еще скорректировать сектор, который находится напротив. То есть север. Если у нас на юге есть дефект, мы должны скорректировать север. Если у нас на юго-западе есть дефект, мы помимо юго-запада и секторов оттока должны скорректировать северо-восток. Если у нас на юго-востоке вот тут есть дефект, то помимо всех секторов оттока мы должны скорректировать сектор, который находится по диагонали напротив, на северо-западе соответственно. И поэтому мы к нашей синей вазе добавляем секретный ингредиент. Синюю вазу мы размещали в секторе запад, и, соответственно, мы где должны добавить секретный ингредиент? Мы должны добавить его на востоке. И смотрите, к синей нашей вазе мы добавляем секретный ингредиент розовый турмалин на восток. Я купила на Озоне вот такой браслет из розового турмалина. Не стала сильно заморачиваться, долго искать, торопилась к вашему видео. Поэтому первое, что мне попалось из розового турмалина с хорошими нормальными отзывами, что это настоящий камень, все дела, я его и приобрела. И после установки синей вазы я взяла этот браслет и положила его на восток. Он там и будет храниться и лежать. Конечно же, розовый турмалин, который вы приобретете, его нужно почистить водой, свечкой, все дела, и на востоке разместить. Также это не значит, что у нас для каждого сектора есть свой секретный ингредиент. Это именно здесь так у меня в видео получилось. Мы, в принципе, делаем всегда коррекции в противоположном секторе. То есть вы сделали один сектор, например, вы на севере решили разместить коррекции. У вас уже утяжелены сектора оттока. Так, я вернусь на предыдущий слайд. У вас уже утяжелены здесь сектора оттока, запад, юго-запад, юг, юго-восток, вот эти утяжелены. И вы решили на севере добавить коррекции. Может быть, там уже у вас в пол лежит. Вы решили на окно еще поставить, на подоконник еще поставить жемчуг и серебро. Или фонтанчик с водой и с жемчугом. Окей, вы поставили. И вы можете дополнить это, разместив напротив еще, например, какой-то вес для дополнения этой коррекции на юге, соответственно. По поводу вот этой карты Гэшечки, вы сейчас будете говорить, но сектора же выпадают, ля-ля тополя. Я на своем YouTube-канале вам показываю именно вот этот способ построения васту-карты. Для квартир буквы Г и для квартир сложных форм я сейчас использую другой способ построения. Он полностью ручной, он довольно сложный, и я не могу его обучить вас ему в формате моего YouTube-канала. Но этот способ построения можно у меня заказать. Просто я вам построю вашу васту-карту, и вы дальше будете с ней работать. И при том способе построения у вас будет центр, геометрический центр, брахмастан будет где-то примерно вот здесь. И вот тут появятся сектора, маленькие кусочки этих срезанных секторов. Они на самом деле есть в пространстве, они есть вот здесь, вот, то есть вы сможете сюда все заложить. Если захотите, просто можете без анализа, без коррекции, без всего, просто заказать построение этой васту-карты. Так, я вам рассказала про секретный ингредиент.
Как у меня это проявляется, я еще пока не могу сказать. Довольно недавно заложена эта ваза с турмалином вместе. Турбулентность была сильная. Я уже писала в чатике, что я же сама не сделала полноценное очищение, не провела, и поэтому довольно сильно мотыляла. Я так делать не рекомендую. Делайте технику безопасности, делайте очищение, жгите волшебную микстуру, очищение пятью элементами или конусами, или и конусы, и очищение пятью элементами, и волшебная микстура. Все делайте перед коррекцией обязательно. И если вам нравятся мои видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, перешлите мое видео друзьям, расскажите о моем канале, о Васту коррекциях. А с вами был канал Арт Васту, и увидимся в следующем видео.